Это просто чудо, что вы доехали сюда. Друзья мои, мы катастрофически вас приветствуем всех на концерте группы Перешвили Лосер Групп. Я только не знаком с проектом, скажу в двух словах. Для вас получаются сегодня песни, которые написаны специально для этого проекта. Эти песни не звучали ни в чем репертуаре, кроме нас. Тексты прозвучат некоторые на грузинском языке. Вот первая песня называется, например, «Бравал Шамье», что в переводе с грузинского означает «долгие лета». Na 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 na
Thank you.
Александр Лосев. Автор проекта, автор музыки. И наши драгоценные друзья, по-другому не могу назвать, которых мы по ходу концерта будем вам представлять. Концерт будет в одном отделении. Я думаю, что так он как-то будет цельным. Хочу сказать, что для тех слушателей, которые находятся очень-очень далеко отсюда, очень-очень далеко отсюда, они видят все это по интернет-трансляции. Я хочу сказать, что моя сестра, которая написала грузинские тексты к песням Саши, она тоже смотрит этот концерт. Катя, привет! Пользуюсь случаем, хочу передать привет! Очень красивая песня, мне она безумно нравится. Надеюсь, что вам она понравится тоже. Называется она... Извините. Песня называется «Message». Заявление по-грузински. Oh,
Россия. Итак, сейчас с огромным удовольствием хочу спеть любимую песню своей полуторагодовалой дочери. Когда мы, ну, эту историю многие знают, те, кто были на концертах Бенешин Восемь Групп, когда мы записывали, только-только эта песня родилась, и мы записывали такой пробный вариант, чтобы отправить эту мелодию на поиски текста. У меня на коленях, я записывала, естественно, с ребенком на руках, как-то в зубах, и, в общем, когда я спела такой мотивчик, который мне Саша сказал, хо-хо-хо, она тут же повторила этот мотив и до сих пор его поет, эту песню. Наверное, когда она научится говорить, она уже будет петь со словами. Итак, песня, которую мы потом впоследствии назвали... как назвали? «Давдывар Хирине», так называется эта песня. Хожу на Дивай, песню на Дивай, так переводится эта песня. Девушка, давай, пожалуйста, автограф.
начинается конкурс. Кто сможет написать... Не обязательно грузинский, можно русский, можно английский, можно японский текст, например, написать на песню, которая сейчас, композиция, которая сейчас прозвучит. Она пока до сих пор называется No Name Bossa. Босса, у которой нет названия, но есть музыка, есть форма содержания. Thank you.
тебя, Александр Куликов, барабаны.
Thank you.
Марчев Рановский. Егор Деркачев. Клавишный инструмент. До сих пор уже на левом флаге не представлены. Человек, которого я очень-очень люблю, безумно уважаю. Антон Ревнюк, бас-гитара. Спасибо. Лет, наверное, 10 назад мне посчастливилось случайно спеть. Хороший звонок. Откуда это звучит? Интересно. Вообще, мне посчастливилось спеть на творческом, точнее, на вечере памяти одного грузинского композитора. Звали его Константин Перзнер. Я спела и практически забыла практически эту песню. И буквально недавно мне прислали запись с концерта, концертную запись. И я, представьте, не смогла узнать свой голос, но узнала песню, и мне очень-очень хочется ее для вас спеть. Композитора звали Константин Перзнер, и песня называется «Шейн Твалебис Бралия». Для тех, кто пока еще не знает грузинский язык, расскажу так. «Все, что со мной произошло, это из-за твоих красивых глаз. Только грузинский мужчина может так сказать». Thank you.
сохранив улыбки слов нет до сих пор. Может быть, кто-нибудь из нашего интернет-сообщества... Как вы там себя чувствуете? Отлично. Это понятно, что отлично. Как там людям за чашкой чая у компьютеров сидится? Очень хочется знать. Потрясающе. Я всегда думала о том, что концерты должны транслироваться по интернету. Просто люди, которые находятся в зале, они, конечно, получают совсем другие эмоции. Гораздо больше, гораздо выше градус эмоций. Я так думаю. В общем, песня называется... У нее есть уже английское название Tribal Magic, но первоначально мы назвали шаманы. Но я долго выясняла, шаманов в Грузии нет и не предвидится. Зато они есть здесь. Только армянский человек может сказать. А шаманов в Грузии нет. Завезем. Откуда из Армении?
такой танцевальный номер. Я надеюсь, что моя сестра смотрит наш концерт по интернету и сейчас, наверное, приняла все аплодисменты, потому что это была первая песня, одна из первых песен, которая вошла в проект «Береж Фелилосев Групп». Вот, называлась она «Ушеноба», в переводе «Без тебя». И, наверное, надо сказать, о чем была эта песня для тех людей, которые пока еще не знают грузинского языка. Песня «Я...» честно, это, в общем, может быть, я ошиблась, может быть, ты ошибся, когда мы говорили о любви, рассказывали о нашей любви. Серебряные луни. Не ошибается только Бог. Вот так, коротко как-то звучит. Слова Кити Нобель, я шумею. Давайте я громко поаплодируем. Друзья, прекрасен наш союз в вокале. Нам потребуется сейчас ваша посильная помощь. Я знаю, что в зале очень много поющих людей. На сцене, так тем более. В общем, нужно всего лишь спеть две ноты, но как? На цепном дыхании. Цепное дыхание — это когда, знаете, вы поете, сосед дышит, вы поете. Нет, наоборот. Вы поете, сосед дышит, сосед поет, вы дышите. О, то есть вы тоже имеете право дышать. В общем, распределитесь, пожалуйста, кто когда дышит. Не задохнитесь. Александр Лосев, скорее всего, будет дышать. Итак. Первая нота такая. Просто, знаете, как мы сыграем все вместе, у меня на родине, в Грузии, мы фактически вот можно расселить примерно вот так вот на круглые столы, только один большой, и все поют хором. Как могут, поют. Кто-то хорошо, кто-то не очень, но от души самое главное. Поэтому практически мы уже за одним столом и сможем спеть грузинской традиции. Итак, потихонечку дуновение горного ветра. А когда я покажу вот так, весной тоже нужно нам это. Потом мы возвращаемся. Oh,
Спасибо. Спасибо. Это было очень душевно. Спасибо. Сейчас далее в нашей программе песня прозвучит, которая одна из первых была записана в рамках проекта «Девяшвили Восемь Групп». Называется она «Дила».
Thank you.
Увидеть наше расписание, послушать наши записи, они в свободном прослушивании. И добро пожаловать на наши концерты. Так и ваши здоровья!